It's the motherfucking trip for a shit. Yeah, fool. Эй, Шат, what's up? Давай расскажем о том ёбаном дерьме, которое с нами приключилось. В натуре. Оу, чёрт, у нас закончилась трава и без плана с трудом. Варит голова ещё полчаса назад, всё было путём. А сейчас мы с Андреем думаем о том, что надо свои жопы от кресел отрывать и ломиться на точку. За планом опять желание взорваться достигло предела, и напрягая все мышцы запаренного тела, покинули хату. И сидели мы лишь с одной целью — купить себе травы. Дверь теплого подъезда захлопнулась за нами. На мне, ёб твою мать, как и на шатгане. Не было куртки, мы продрогли до костей. Но вдруг мы увидели двух крутых бледей. Одновременно в головах возникла маза замутить их. И времени не теряя подвалили к ним, мы познакомились, их звали Свет и Ира. От нас с ним раскуриться маза поступила. Мы взяли этих сук на точку с собой. Вот так начинался поход за травой. Я и Андрей, а также двое плетей кинули шефа для того, чтобы скорее доехать до точки, где должен был наш тайп. Душистый и загадочный зеленый чуткий кайф. Вскоре карман уже оттягивал пакеты, ходил по кругу дымящийся штакет. Костяк на четверых ног нас развеселить, и нам было по приколу. Сучек разводить, судьба решила, так я Свету, а я Иру. И в предчувствии веселья мы сорвались на квартиру. Через два квартала в подворотню свернув, нарвались на ублюдков, закрывавших нам путь. Эти мудаки хотели испортить нам день, забрав наши деньги и наших бледей. Они не знали, чем это может обернуться. Не знали, что домой они больше не вернутся. Неожиданно шатган выхватил ТТ, и я не стал думать о том, что делать дальше мне. Я стрелял так же метко, как и мой хомбой. Мистер Шатган в походе за травой. Два трупа на асфальте лежали перед нами и смотрели на нас стеклянными глазами. Ошеломленные суки стояли позади, наблюдая за тем, что творили мы. Но мы не стали оставаться и испытывать судьбу. Наверняка кто-нибудь слышал нашу стрельбу. Через час после того, как мы разобрались с мудаками на улице, нас ждал сюрприз, мы получили от сук того, чего желали. Мы их ебали, 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 ебали. Эту ебаную ночь я не забуду никогда. Так же, как и то, что Ирина пизда не забудет то, как я натягивал ее. А если что-то, я напомню это дерьмо. Эй, плейбой, посмотри-ка сюда. У нас не осталось травы нихуя. Да, блять, опять надо покупать. Купим, надо будет тех сучек позвать. Да нахуй это нужно других. Сейчас найдем, ведь мы с тобой сейчас поход за планом. Ёб твою мать, идем. 95. Доктор Эндрей, мистер Шатган, Иванахи, yeah.